Всем привет, алгоритмы, поиск порядковых статистик. Итак, давайте посмотрим. Нам дан массив, который состоит из n различных чисел a1, a2 до an. Числа неупорядочены. Наша цель сегодня – найти k-ту порядковую статистику. Прежде всего начнем с определения. Что такое порядковая статистика? Порядковая статистика k мы будем обозначать ее следующим образом – a. И k в нижнем регистре в скобочках. Скобки говорят о том, что речь идет не о k-том элементе массива, а о k-той порядковой статистике. Итак, что же это такое? K-тая порядковая статистика – это элемент номер k в упорядоченном массиве A. То есть, если бы массив упорядочили по возрастанию с минимального значения до максимального, тот элемент, который стоял бы на месте k, это является k-той порядковой статистикой. Например, первая порядковая статистика – это первый элемент в упорядоченном по возрастанию массиве, то есть это минимальный элемент. N-тая порядковая статистика в массиве размером n – это последний элемент в сортированном массиве, это максимальный элемент. Порядковая статистика с индексом n делить пополам, округленная вниз, называется медианой. Это центр упорядоченного массива разных чисел. Ну, давайте посмотрим пример. Нам задан такой массив, как видите, он неупорядоченный, все числа разные и чисел 5. Первой порядковой статистикой, как мы уже знаем, является минимальное число данного массива, это число 1. Пятой порядковой статистикой данного массива размером 5 является максимальное число, это число 10. Третьей порядковой статистикой в данном случае также является число 3. Как это проверить? Очень просто. Можно упорядочить массив и взять число, которое находится на третьем месте. И в данном случае это число 3. Четвертой порядковой статистикой является число 8, потому что оно находится на четвертом месте в упорядоченном массиве. Вопрос. Как эффективно найти k-тую порядковую статистику? Ну, во-первых, правильно, как вы сказали, можно воспользоваться алгоритмом сортировки. Например, применить merge sort, отсортировать наш массив за время n log n и вернуть k-ты элемент. Да, сортируем массив и возвращаем k-ты элемент в отсортированный массив. Алгоритм правильный, алгоритм очень простой. Задачу поиска k-ты порядковой статистики мы с помощью редукции свели к задаче сортировки массива. Все как бы неплохо, но сложность n log n. Сразу возникает вопрос, а можно ли лучше, а можно ли быстрее? Можно ли решить задачу со сложностью theta n? А может быть можно еще быстрее? Корень из n? Логарифм из n? Ну, как ни трудно убедиться, решить эту задачу быстрее, чем theta n, нельзя, потому что нужно хотя бы один раз посмотреть каждый элемент и посмотреть, чему он равен. Но за θ n решить данную задачу можно. И сегодня мы с вами увидим вероятностный алгоритм, который решает эту задачу за θ n не в худшем случае, а в среднем случае, что тоже достаточно неплохо, учитывая, что среднее время работы данного алгоритма, будет очень хорошо сконцентрировано рядом со средним значением, которое, как мы сказали, θ n, линейное. Итак, давайте познакомимся с вероятностным алгоритмом. Идея данного алгоритма для поиска k-той порядковой статистики очень похожа на идею быстрой сортировки. И прежде чем формально мы запишем алгоритм, я хочу вам продемонстрировать, как он работает. Идея достаточно простая. Итак, давайте возьмем пример. Это наш массив. Предположим, что мы хотим найти третью порядковую статистику. Ну, найдите ее сами самостоятельно, прежде чем продолжать. 1, 3, 8. Да? Мы хотим найти число 8. Как же работает Quick Select? Наш алгоритм называется часто Quick Find, Random Find или Quick Select. Как же работает Random Select? Работает следующим образом. Давайте выберем некий элемент случайно из нашего массива. Этот элемент часто называют Pivot. Мы обозначим его буквой P. Итак, выбираем случайный элемент из нашего массива. Например, предположим, что мы выбрали 10. Это случайный элемент нашего массива. И теперь мы запускаем функцию, которую мы с вами изучали в QuickSort, Partition,
которая переставляет элементы нашего исходного массива следующим образом. Все элементы меньше, чем пивот, идут влево в каком-то в любом порядке. Все элементы больше, чем пи, идут направо. И между ними идет пи. После применения функции partition мы получаем вот такой вот элемент. Пи – это элемент, это наш пивот, он четвертый. Слева находится 1, 8 и 3, и справа 20. После того, как мы сделали, выполнили partition, мы также знаем, что наш элемент пи – это четвертый элемент, порядковая статистика. Четвертая порядковая статистика – это четвертый элемент в упорядоченном массиве. Но мы-то ищем третий. И теперь смотрите, друзья. Мы знаем, что это четвертый элемент. Мы знаем, что все элементы меньше него находятся слева, а все элементы после него находятся справа. А наша цель – найти третью порядковую статистику. Это значит, что наш поиск будет происходить теперь тут. Рекурсивно. Хорошо. Теперь мы рекурсивно вызываем нашу функцию и ищем третью порядковую статистику в этом массиве. Отлично. Опять выбираем тут случайный элемент и обозначим его через π. Предположим, что мы выбрали в этот раз число 3. Вызываем функцию partition, которая переупорядочит наш массив следующим образом. Слева от π находятся все числа массива меньше π, справа все числа больше π. И также мы знаем теперь после этого, что π – это вторая порядковая статистика. А мы-то ищем третью. Соответственно, она будет находиться в правом подмассиве. Но в правом подмассиве она будет уже не третьей, она будет первой. Потому что до этого элемента, до элемента π, есть два элемента. И, соответственно, третий элемент, следующий за ним, он будет первым в правом подмассиве. И мы опять рекурсивно вызываем нашу функцию для поиска на этом маленьком массиве. И тут мы ищем первую порядковую статистику. Это условие остановки для рекурсивного алгоритма. У нас есть массив размером 1. Мы возвращаем тот элемент, который в нем написан. 8. И 8 и будет являться третьей порядковой статистикой. Вот такой вот пример. Если что-то непонятно, возьмите другой массив, чуть побольше и поиграйте с ним. Теперь мы с вами можем записать наш алгоритм. Итак, алгоритм рекурсивный позволяет найти k-ту порядковую статистику. Алгоритм получает на вход массив A размера n. Размер n известен, нам не обязательно передавать его как параметр. И также число k между нулем и n, которое говорит нам, какую порядковую статистику мы хотим найти. K-ту порядковую статистику. Алгоритм возвращает нам k-ту порядковую статистику в массиве A. Как алгоритм работает? Алгоритм рекурсивный, поэтому в начале условия остановки. Если размер массива 1, а k у нас от 0 до 0, тогда в данном случае будет, то в данном случае надо вернуть единственный элемент массива, return A1. Да, или A0, если этот индекс идет с 0. В данном случае это не принципиально. Если же условие остановки не выполнено, то мы выбираем случайно, равновероятно, элемент π, пивот, из элементов массива. И дальше мы вызываем функцию partition, которую мы с вами изучали в quicksort, которая переставляет элементы массива следующим образом. Все элементы меньше π идут влево, все элементы больше π идут вправо. После того, как мы вызвали функцию partition, мы знаем индекс элемента π. Обозначим индекс элемента π через j. Теперь все очень просто. Если индекс элемента π, обозначенный через j, равен k, то мы нашли с вами k-тую порядковую статистику. Это есть элемент π. Мы его возвращаем, и работа алгоритма закончена. Если же наша порядковая статистика k, она меньше, чем j, это значит, что нам надо продолжить рекурсивно искать порядковую статистику в зеленом, в левой части нашего массива. Мы вызываем рекурсивно нашу функцию на левую часть массива A и продолжаем искать k-ту порядковую статистику. Если же k больше, чем j, это значит, что наша k-та порядковая статистика находится в правой, в красной части. Тогда мы вызываем рекурсивно наш алгоритм на правую часть массива A, но теперь мы будем искать уже не k-ту статистику, а k-j-ту статистику, потому что до j мы уже взяли, учли эти элементы, соответственно, надо вычесть j из k. Вот и весь алгоритм. Остает вопрос, а каково среднее время работы алгоритма?
Каково худшее время работы алгоритма? В данном случае худшее время работы алгоритма нас не будет интересовать, потому что это что-то очень мало-мало-мало-мало вероятное для достаточно больших массивов. Нас будет интересовать среднее время работы данного алгоритма. Итак, давайте вычислим вместе среднее мат ожидания, количество сравнений, которые делает алгоритм. Обратите внимание, алгоритм сравнивает два элемента, если надо, он их переставляет. Так мы хотим посчитать, сколько в среднем будет сравнений. Обозначим количество сравнений работы нашего алгоритма через случайную величину x. И наша цель найти мат ожиданий x и x. Прям, если захотите вычислить и x, мат ожиданий x, по определению мат ожиданий, это достаточно сложная задача. Мы же воспользуемся следующим трюком. Обозначим через x, i, j. Так что i больше равно единице, меньше j, и j меньше равно n. Следующее множество случайных величин. Это случайные величины называются индикаторы, или бернулевские случайные величины. X i j равняется единице или нулю. X i j равняется единице, если во время работы нашего алгоритма i то статистика и j то статистика будут сравнены друг с другом. Если мы их сравнили, то xij равняется единице. Если же мы их не сравнили, xij равняется нулю. Наша цель найти общее количество сравнений, x. Но как несложно видеть, x это просто сумма всех xij по ij от единицы до n, так что i меньше j. Соответственно, x можно представить следующим образом. X это сумма, это двойная сумма по всем i j, которые выполняют эти неравенства. Но наша цель найти не x, наша цель найти мат ожидания x. Применим оператор мат ожидания тут, и получим следующее равенство. Теперь мы воспользуемся свойством мат ожидания, которое говорит, что при определенных условиях мат ожидания суммы равняется сумме мат ожидания. И эти условия здесь выполняются. И мы переходим к этому равенству. Мат ожидания случайной величины индикатора очень просто найти. Мат ожидания случайной величины индикатора равняется вероятности, что индикатор равен единице. И мы приходим с вами к этому равенству. Все, что нам осталось, это техническая работа, которая займет у нас минут 10. Не такая уж она тривиальная, но тем не менее техническая. И мы покажем, что вот эта вот сумма, ее порядок, она линейная, она тета от n. И тем самым мы докажем, что среднее время, среднее количество сравнений работы нашего алгоритма тета от n, линейно. Так что все, что нам осталось, это вычислить эту сумму. Посчитать вероятность того, что x i j равен единице, и просуммировать. Приступим. Вычислим эту вероятность. Оказывается, прям вот так в лоб сразу посчитать эту вероятность нельзя, потому что она зависит от того, какую порядку и статистику k мы ищем, где находится k по отношению к i-той порядковой статистике и j-той порядковой статистике. Соответственно, возможно всего три разных несовместных варианта. Или та статистика k, которую мы ищем, она больше равняется j, а j в свою очередь больше, чем i. Или k находится между i и j. Обратите внимание на знаки. K больше равно i и меньше j. И третий случай k меньше i в меньше j. Для каждого из этих случаев мы посчитаем вероятность, что x i j равняется единице. А потом нам надо будет сделать верно суммирование для каждого из этих случаев. И мы получим желаемый ответ. Ну что ж, давайте начнем. Первый случай. I меньше j, а j в свою очередь меньше и равно чем k. Какова вероятность, что при таком раскладе наш алгоритм сравнит между собой i-тую порядковую статистику и j-тую. Ну, давайте посмотрим на следующий рисунок. Я упорядочил все элементы массива и изобразил тут i-тую порядковую статистику, потом j-тую порядковую статистику и потом k-тую. И все элементы между ними серым цветом закрасил для удобства понимания. Смотрите, когда наш элемент сравнит i-тый элемент и j-тый. И очень внимательно слушайте. Если мы выберем, например, вот этот элемент между i-тым и j-тым, как пивот, до того, как мы выберем i-ты элемент и j-ты,
то эти элементы A и J, эти элементы уже не будут сравнимы друг с другом, потому что после того, как это будет пивот, один из них уйдет влево, второй из них уйдет вправо. Если мы выберем как пивот и kth элемент, то мы найдем порядку статистику и тоже остановимся. Соответственно, ith и jth элементы порядковой статистики будут сравнимы друг с другом. Тогда и только тогда, когда из всех серых элементов первыми в качестве пивота будет выбран или ith элемент, или jth. Нам подходит два варианта из всего количества серых вариантов. K минус i плюс 1. Соответственно, вероятность того, что x и j равняются 1, равняется 2, делить на k минус i плюс 1. Аналогично мы делаем для каждого из способов. Способ случаев. Случай, когда k находится между i и j, дает нам 2, деленное на g минус i плюс 1. И третий случай, когда k меньше i и меньше j, дает нам опять же 2 из j минус k плюс 1. Соответственно, мы нашли вероятности для каждого из случаев, вероятность того, что x и j равняются 1. Соответственно, x, от ожидания x это сумма по всем первым случаям. 2 делить на k минус i плюс 1, плюс сумма по всем вторым случаям. 2 делить на j минус i плюс 1, плюс сумма по всем третьим случаям. 2 делить на j минус k плюс 1. И опять же, все, что нам осталось, и опять же, это техническая работа, это показать, что эта сумма тета от n, линейно от n. И это то, что мы сейчас делаем. Давайте начнем с первого случая. Первый случай это i меньше j меньше или равен k. Расписываем это как двойную сумму. I идет от 1 до k минус 1. J идет от i плюс 1, потому что j больше, чем i, до k. И нам надо сложить вероятности того, что x и j равняются 1. Эту вероятность мы записали в первом случае. Обратите внимание, внутренняя сумма по j, а сама дробь j не содержит. Это значит, что у нас есть вот эта вот дробь k минус i плюс 1 минус 1 раз. Соответственно, мы избавляемся от внутренней суммы, записываем ее вот таким вот образом. У нас есть 1 делить на k минус i плюс 1, k минус i раз. Итак, мы с вами тут. Не забывайте про двойку, да, двойку мы вынесли. Дальше, в числителе у нас есть k минус i плюс 1, минус 1, и мы получаем вот такое вот выражение. Единичка у нас есть k раз, а вот это вот сумма гармонического ряда, конечная, и она приближается очень хорошо логарифм от количества членов. Их тут k. Соответственно, у нас получается, что вот эта сумма примерно равняется 2 умножить на k минус логарифм k. Теперь давайте вспомним, а что же такое k. K это порядковая статистика, которую мы ищем. K это число от 0 до n. Мы можем обозначить k как c, какая-то константа умножить на n, и c от 0 до 1. Итак, давайте сделаем подстановку, вместо k напишем cn. И у нас получилось, что первая сумма, вся эта сумма, она порядка c умножить на n минус логарифм c умножить на n умножить на 2. То есть вот эта вся первая сумма, выкинем логарифм cn, она меньше или равна 2 умножить на n. Сравнение. Нужно в среднем для первой части формулы. Похожим образом можно посчитать третью, вторую посчитаем в самом конце, третью часть формулы. Вот она тут немножко расписана. J идет от k плюс 2 до n. I идет от k плюс 1 до j минус 1. Выполняем очень похожие преобразования, как в первом случае. И получаем, что вторая сумма, она порядка 2n умножить на 1 минус c. И c снова от 0 до 1. То есть она меньше равна, чем 2n. То есть третья часть формулы тоже содержит линейное количество сравнений. Нам осталось посчитать только вторую формулу. И тут нам придется проделать чуть больше работы. Итак, второй случай. K между i и j. Вот она сумма, которую надо посчитать. J идет от k плюс 1 до n. I идет от 1 до k. Двойка вынес снаружи. Нам надо посчитать эту форму. Давайте распишем внутреннюю сумму. У нас начнем подставлять i равняется 1, i равняется 2, до i равняется k. И мы получим вот эту вот форму. То, что здесь написано, это сумма гармонического ряда, то есть это примерно логарифм j, минус начало суммы, которого тут не достает, минус логарифм j минус k. То есть мы получаем данное приближение. Дальше у нас есть сумма логарифмов. Мы эту сумму
оценим приблизительно с помощью интеграла. Это можно логарифм. Это монотонная функция. Оценим эту сумму с помощью интеграла. Соответственно, подставим тут, не забудем про двойку, интеграл логарифма x dx от k до n минус интеграл от k до n логарифм x минус k dx. Сделаем замену переменных во втором интеграле. X минус k обозначим через новое x, и тогда у нас здесь будет 0, n минус k. И мы с вами тут. Друзья мои, напоминание. Интеграл от логарифма x dx равен x логарифм x минус x. Воспользуемся этой формулой, подставим границы интеграла, не забудем, что у нас есть двойка, и мы получим следующее выражение. Большое такое, длинное. Это зеленый первый интеграл, и красный это второй интеграл. Преобразуем все, что можно преобразовать, вынесем n за скобки, и мы получим вот такое вот выражение. 2n минус логарифм 1 минус c, минус c логарифм c на 1 минус c, это... То, что написано тут, это некая константа, потому что си от 0 до 1 умножить на 2 это некая константа. Обозначим все это константы си 1, и мы получили, что вторая формула порядка n умножить на константу си 1. Что мы с вами показали? Мы показали, что мат ожидания x порядка тета от n. То есть наш алгоритм быстрого поиска порядковой статистики использует линейное количество сравнений. И, как правило, количество сравнений, которое происходит при работе данного алгоритма, достаточно невелико, что позволяет считать этот алгоритм эффективным. Он часто используется на практике. Например, недетерминистический алгоритм, который не использует теорию вероятности, как правило, имеет большую константу и работает хуже. Но об этом алгоритме мы поговорим в следующий раз. Всего хорошего.